Народ, привет! Я решил сегодня доделать прицеп. Как и уже говорил до этого в предыдущем видео, хочу сдвинуть коляску. Ну, точнее, не хочу, а уже сдвинул коляску чуть-чуть назад. Получается, он бы стал как-то более-менее равномерным. Вот. И теперь хочу уменьшить дышло, потому что расстояние от тягача, ну, это очень уж далеко и не особо красиво. Сейчас мы сделаем такие же, как вот запилы, но чуть-чуть дальше, в следующем. Согнем и посмотрим, где отпилим и где будем делать соединение. Вот, так что приступим. Так, как нам? Сейчас возьмем такую вот пилочку. Интересно, получится ей что-то сделать или нет. Я думаю, что это мы сделаем ножницами по металлу. Вот. Сейчас попробуем вырезать кусочек. Так, смотрите, значит, распрямляем мы раму в тех местах, где она была согнута. И аккуратненько загибаем ее в новых местах. Не знаю, как вам видно, не видно будет. Так, берем и аккуратненько сводим. Оп. Так, ну что, тут уже у нас получается то, что надо уже отпиливать. Если мы сделаем вот здесь болт, мне кажется, будет все-таки коротковато. Сейчас попробуем сопоставить это с моделью. И, скорее всего, будет где-то вот так вот. И вот такая модель у нас получится.